Привет, дорогие! Я Лера Павина и вновь добро пожаловать на канал «Поклонение без предрассудков». И сегодня я к вам снова с 90-м псалмом, точнее, с моей новой песней, написанной на этот псалом. Как здорово, что вы у меня есть! Благодаря вашей обратной связи я решилась все-таки эту песню доработать. У меня, кстати, терзали сомнения, дорабатывать или оставить как есть. И вот я решила ее доработать. Она претерпела значительные изменения и стала, на мой взгляд, намного лучше. Вот. И я снова ее предоставлю вашему вниманию. Поэтому вот вы видите, как важна ваша обратная связь. Не забывайте, пожалуйста, ее оставлять в виде ваших комментариев, лайков, ну там дизлайков и, конечно же, подписок с колокольчиком. Пока высвобождаю вам эту песню в том виде, в каком могу, но молюсь о том, чтобы она в ближайшее время вышла в студийной записи. Пойте, прославляйте Бога этой песни, сочту за честь. Боже, на тебя уповаю, Боже, на тебя.